Хочу кратко рассказать свидетельство, друзья мои. Свидетельство о том, как Господь работает. И перед проповедью, перед молитвой, перед поклонением я сказал о том, что надо ожидать Господа. Ну да, ты просто не ожидаешь. Потому что и не думаешь, что это будет работать. Но оно работает. Вы помните, что в прошлое служение я проповедовал и попытался как бы показать, ну, как я думал, что у меня пустой кошелек, оказался не совсем пустой, для примера. Помните, да? Кто был? Кто помнит? Кто-то помнит, да? Вот. Я сказал, что такое вот желание было бы там то-то. Это я бы хотел бы было оплатить машину, но не хватает месячный платеж. Последний остался. Вы знаете, что вот проповедовал, никого не трогал, специально не манипулировал, не молился. После собрания ко мне подходит пара, говорит, вот тебе 2000, пусть будет машина полностью твоя. И знаете, я увидел Бога просто, работающего неожиданно. Мы иногда молимся, просим, не получаем. Иногда, а Бог как-то по-своему делает, как-то свои моменты. Я благодарю Бога. Знаете, слава Богу, что я закончил платить за машину. Так что слава Иисусу. Бог большой. Бог большой, Бог благословляет. И, правда, я поделился с одним моим другом этой информацией. Он говорит, ты следующее собрание еще что-нибудь на проповедуй. Говорит, может быть, это еще на что-то. Вот. Но это уже будет корость. А корость, она не от Бога. Правда? Потому что Бог, Павел пишет Тимофею, что епископ, диакон, да, он не должен быть корыстолюбивый. Иначе это уже как бы плохой епископ, плохой диакон. Вот. А мы хорошие. Вот я сейчас про себя. Хорошо. Давайте мы с вами откроем наши Библии, если у кого-то еще остались аналоговые печатные варианты Библии. Вот. У кого нет уже таких Библий, откройте свои, так сказать, смартфоны, компьютеры фирмы Apple, там что там еще у вас есть с собой. Все открывайте. Сумсанги и Apple, да. Открываем. Вот. И давайте мы откроем, как раз вот мы все вспоминали, так сказать, не злым тихим словом пророка Даниила. Давайте мы откроем 11 книгу этого пророка. Очень люблю пророка Даниила читать. И читаю его даже не планирую. Вы знаете, вот интересно получается. Даже не планируешь его читать. Меня почему-то как-то Господь заводит. Раз, он опять Даниил. Думаю, что как же так? Что-то хочет сказать. 11 глава, с 1 по 3 стихи. Всем сказал, сам не открыл. Молодец. С 1 по 3. Итак, мы также сегодня вспоминали архангела Михаила с вами. Давайте 12 главу. 12 глава, да, с 1 по 3 стихи. Надо себе пометить потом. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего». Ну, пускай будет твоего. «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге жизни. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди,
и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. Эта история как раз вот и началась, вот это, все это пророчество говорится после того, как Даниил был 21 день в смирении перед Богом, отказывал себе в пище вкусной, молился, отказывался и молился, отказывался и молился. И он стоял перед Богом в этом посте, как его называют, Даниила, и ожидал того, что Господь даст ответ. Он никуда не спешил. Вы знаете, в то время вообще все было медленнее текло. Спеши, не спеши, а верблюд идет с определенной скоростью. Ты не можешь нарушить правила скоростного режима на верблюде. Это должен быть какой-то специальный спортивный верблюд. Но в песках караваны возили не спортивные верблюды, а тяжеловозы. И поэтому вот Авраам шел с определенной скоростью в землю обетованную. Другие там ходили по своим делам куда-то. Исаак куда-то ходил, двигался, Иаков. Все ходили с определенной скоростью, без нарушения скоростного режима. Поэтому Даниил, он, вот эта ментальность, сегодня мы спешим. Господи, мне прямо сейчас. Господи, день поста у меня об этом. Нужен ответ сейчас. А у Бога один день, извините, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. И Бог тоже никуда не спешит, у него своя скорость там. Не будь неверующий, но верующий. Вот. И вот я смотрю на эту ситуацию с Данилом, да? Почему он не спешил? Он спокойно ждал. Я понимаю, это ментальность такая. Это тоже, знаете, часть ментальности. То есть нам нужно научиться этой ментальности Божьей, да и пророков, которые знали, что всему есть свое время. И вот Даниил молится, постится. Почему он не взял пост полностью, да, написано, такой, знаете, вот без еды вообще? А потому что он не знал, как Господь ответит. Можно так допоститься, что ждешь, 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 ждешь. Потом уже некому ждать. И вот Даниил отказывал себе, ущемлял себя в тех вещах, которые он, послушайте меня, любил, скорее всего. Легко отказывать себе в том, что ты не любишь. Я могу всю жизнь поститься от манной каши. Всю жизнь могу быть. И все расскажут, я пощусь. От чего? От манной каши. То есть я отказываю себе в манной каше. Страдаю. Могу без кофе жить вообще? Потом поспорим с тобой. Я могу всем как угодно сказать, что я страдаю без манной каши, но я не страдаю, я ее терпеть не могу. Для человека, который провел все детство в больнице, манная каша не десерт. Вот, поэтому Даниил отказывался от тех вещах, которые он любит. И когда мы хотим, это такая ссылочка, может быть, сетовать, так сказать, смиряться перед Богом, нам нужно учиться отказывать себе в том, что мы любим. Потому что мы очень хотим и удовольствие получить от жизни, и от Господа что-то получить. Это, понимаете? И от жизни, и от Господа. Ту-ду-ду-ду. То есть и от мира сего прихватить что-то, и там. То есть как бы вот это вот в двух местах. Это как пенсионер, понимаете, который получает пенсию и втихоньку работает. Или, знаете, нет, это ладно, пенсионеров, слава Богу, у них пенсии, ну, пускай работают на здоровье. А знаете, есть такие люди, вот на автоле сидят, на пособие по безработице, и работают. Я на юге жил, в Израиле, там на автоле можно было сидеть бесконечно, хоть 10 месяцев. И все работали. То есть там полгорода на автоле, и все на работу ходят утром, как штык, понимаете? Я сам ходил так на работу, пока однажды не устыдился.
была проверка от Министерства труда на каком-то объекте. Вот знаете, все Toyota здания на Айоне стоит. И я там шпаклевал стены, когда оно еще новое было, красил, шпаклевал все это. Да. И нам сказали, что проверка. И мы спрятались за стекловатую, я лежу за стекловатой. Ну, стекловата такая, знаете, не колючая здесь она. Вот, лежу я за стекловатой и думаю, лезер, тебе не стыдно, ты же пастор. И лежишь, прячешься за стекловатой от проверяющих с Министерства труда. Они ушли, я подошел и сказал начальнику, завтра нянечки, я здесь больше не работаю. Знаете, то есть, вот люди хотят и там, и там. Поэтому мы не можем и от мира получать что-то, и от Господа. Давайте мы определимся, знаете, как бы, в каких-то вещах. Итак, Михаил сообщает Даниилу. Смотрите, когда ты отказываешься в чем-то мирском, телесном, смиряешь свою плоть, начинают происходить сверхъестественные вещи. Я думаю, что архангел Михаил не пришел бы к Даниилу, если бы тот не смирял себя. Если тот жил, причем мы знаем все прекрасно, Даниил жил прекрасной, святой жизнью. Дай Бог, чтобы все христиане жили такой жизнью. Мы помним, да, что когда запретили всем просить что-то у богов своих, а только у царя надо было просить, что сделал Даниил? Он пошел к себе домой, послушал указ, классный указ. И пошел к себе домой. Встал на колени, открыл окно в направлении Иерусалима. Так легко было вычислить, в каком месте Даниил молится всегда. Не в направлении Мекки, а в направлении Иерусалима. И начал молиться. Он же понимал, что у него злопыхателей там хватает в царском дворце. Он понимал, под кого это все сделано. Но он пошел молиться. Как говорится, если виноватого назначили, то уже не отмажешься. Вот. И он не стал отмазываться. Его кидают в львиный ров. Он там переночевал. А на следующий день те люди, которые его подставили, когда их кидали в львиный ров, Писание говорит, что они не успели даже коснуться земли, как львы растерзали их. Настолько голодные были львы. Они не проголодались так за сутки, смотря на Даниила. Может быть, он возбуждал в них аппетит, я не знаю, очень сильно. Но Писание говорит, что Даниила они не съели, потому что ангел закрыл им рты. Опять ангел приходит. Верность Даниила призывает ангелов. Смирение Даниила призывает ангелов. Мы хотим что-то сверхъестественное, мы можем поучиться у Даниила. Даниил, будучи еще молодым, я вообще не планировал проповедовать о Данииле, но буду говорить, что, так сказать, идет. Даниил, будучи молодым парнем, подростком, Писание говорит, что он первое сделал, когда пришел в царский дворец, на Навуходоносора его привели. Первое, что он сделал, он отказался есть некошерную еду. И договорился с начальником охраны. Бог открыл сердце этого начальника. Евнуха этого, вернее. Бог открыл ему сердце этого евнуха для Даниила и его друзей. Ну, наверное, не только сердце, соответственно, и желудок. Потому что он стал эту еду себе забирать с царского стола. Он ее не получал, видно, такую вкусную, как и Даниилу давали. И он согласился. И Бог что делает тоже, да? Написано, что Даниил и его друзья после такого питания 10-дневного на одних овощах и воде выглядели упитаннее тех, которые ели с царского стола. Как можно на овощах и воде быть упитаннее? Это чудо Божие. Это сверхъестественно, друзья. Это сверхъестественно. То есть мы видим, когда Даниил проявляет, так сказать, духовную активность, каждый раз происходят сверхъестественные вещи. Мы можем сколько угодно говорить о планировании. Мы сколько угодно можем говорить об учебе, мы сколько угодно можем говорить о чем угодно. Но если мы не будем духовную активность проявлять, то есть Леофил задействовать наш духовный потенциал, который, примеров огромное количество из Библии,
мы не будем видеть сверхъестественное. А я очень хочу видеть сверхъестественное. Я надеюсь, вы тоже. Нам важно сверхъестественное. Потому что церковь – это сверхъестественная организация Божья. Это не клуб по интересам. Это сверхъестественный дом Божий. А дом Божий, он наполняется славой Божьей, присутствием Божьим, дарами Духа Святого. Это сверхъестественное. Мы заходим с вами в сверхъестественное помещение. Мы пришли с вами в сверхъестественную жизнь. Поэтому Бог и говорит, что назвал нас чадами Божьими, да, и дал нам власть приходить к престолу благодати. Власть. Это сверхъестественно. Приходишь в сверхъестественный мир. Написано, мы сидим одесную Христа на небесах. Кажется, как я на небесах, когда я сижу здесь, уютненько устроился? Но Писание говорит, что мы сидим одесную Христа на небесах. Уже. Может быть, мое тело здесь, а мне тело нужно для говорения, на самом деле. Для того, чтобы быть со Христом, мне не нужно тело, да? Моего духа достаточно. Так вот, мой дух находится со Христом на небесах. Мое тело здесь вот говорит. Есть всему свое время. Однажды и тело не станет физического. Да, мне как бы так уже надоело все время. То худеешь, то толстеешь, то худеешь. Ну, расстройство, понимаешь. А вот там, наверное, тело выдается, как бы такое, да, такое качественное сразу. Раз, там, с кубиками, прессом сразу. С шестью, а не с одним. Михаил предупреждает Даниила о тяжелых временах в последнее время. Но при этом он говорит, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. Мы здесь опять видим сверхъестественное. Запись в книге. Я каждый день на работе записываюсь в журнал специальный, что я пришел. Даже если я не пришел, все равно там буду записан. Как бы такая работа. Но другая ситуация на небесах. Книга жизни. Писание говорит, что кто спасутся, да? Кто эти люди, давай посмотрим. Это, во-первых, из народа Божьего. Эти третий стих. Разумные будут сиять, как светило на тверди, обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. То есть, на самом деле, об этих людях говорит послание евреям. Давайте мы откроем, кто эти люди. Евреям, 10 глава. Евреям, 10 глава. Кто эти люди? Не, вы все можете сказать, да, мы знаем, кто эти люди, это верующие люди, вот мы верующие, мы в церковь ходим, христиане, последних дней святые. Евреям 10 глава, 15 стих. «О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Это люди, у кого в сердце и в мыслях закон Божий. Что такое закон Божий? Закон Божий, он занимает нас полностью. Когда часто ведутся споры, есть бесы у верующих, нету бесов у верующих, есть бесы у верующих, нету бесов у верующих, развозят вот кашу, размазывают по тарелке, манную кашу по тарелке. Так я скажу, там, где Дух Святой заходит, он не будет делить территорию с бесами. Писание говорит, что бесы, да, тогда только, когда Дух Святой ушел, и тогда эти возвращаются, еще семерых друзей своих пьяных приводят с собой. Вот она. Так вот, когда мы говорим о законе Божьем, который написан в сердце и в мыслях,
Мы говорим о законе Божьем, который заполняет все сердце и все мысли. Нельзя быть чуть-чуточку с Богом, а чуть-чуточку не с Богом. С дьяволом. Будем прямо говорить, да? То есть нельзя быть с дьяволом и с Богом. Делить территорию. Нереально. Ты не можешь это делать. Писание говорит нам, что мы либо принадлежим царству света, либо царству тьмы. Была ситуация, да, когда полководец сирийский, который исцелился от проказа в реках Иордана, он подошел к Елисею, пророку, и говорит: слушай, ты там только это, договорись со своим Богом, что, ну, когда я зайду в храм Дагона со своим царем, ну, чтобы я тоже поклонился, как, потому что, ну, я просто с царем буду. То есть тут не вопрос моей веры, просто я с царем, мне надо. Я даже не помню, что Елисей ответил, я, по-моему, ничего не ответил. Нет ответа. Но вот этот момент, знаете, был такой. Мы не можем поклоняться, не можете служить двум богам. Да, написано Богу и Мамоне. Нельзя служить. Нереально. Потому что мы с вами вошли в сверхъестественный духовный мир. В этом сверхъестественном духовном мире работают другие законы. Работают другие скорости. Другие правила поведения. Другое мышление совершенно. Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. И греховых, и беззаконий их не воспомяну более. То есть, если мы полностью записались в это вот царство света, прописали свою прошивку, вот это вот поменяли полностью в разуме, в сердце, то мы те люди, которые спасутся в конце времен. Мы те люди, которые воскреснут, даже если каким-то образом успели умереть до прихода Господа. Мы те люди, которые имеют доступ во святое святых на небесах. Но тут прошивка меняется полностью. Потому что не будет работать. Все уже пользуются компьютерами, научились, да? Что компьютер, да, он не будет работать, когда у него программа плохая. У нас есть идеальная программа от Господа. Мы несовершенны в любом случае, все как бы. Это понятный вопрос. Но вот этот момент, прописанные законы Божьи на сердце и на их мыслях. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Не сидит в собрании развратителей. И куда еще не делать? И не стоит на пути грешных. Но в законе Господа воля его. И о законе Божьем помышляет он день и ночь. День и ночь. Думаешь, как можно день и ночь помышлять? Просто. Бывает у вас ночью вы просыпаетесь и уснуть не можете? Бывает такое? Я раньше... Какой-то у меня период наступил времени, не знаю почему, но я как-то начал просыпаться по ночам, и все. И бодря, причем ложишься там, не знаю, в 10, в 11 я ложился тогда, да, а мне вставать в 4:30 надо. Я просыпаюсь, ну что делать? Переживалочка включается, мне в 4:30 уже вставать, а я такой бодряк такой уже в 2 часа ночи, в час, а мне работать до 6 вечера. Работать, а не спать. Я думал, что делать? Я себя занимал тем, и что-то смотрел. А знаете, с просонья еще там попробуй. Ты же не планируешь, что ты будешь просыпаться как бы ночью. С просонья подумай, что придумай правильное, умное. Потом я заметил, что эта тенденция сохраняется. И я стал планировать просыпание ночью. То есть как? Я знал, что я ночью проснусь. Такая ситуация в жизни сложилась. Я сказал, значит, и раз ты уже просыпаешься ночью, тогда читай Библию или молись. И я стал, до Библии даже не дошло, начал молиться. Проснулся и просто лежу, молюсь. Аллилуйя, бодрый такой, радостный. И не замечаю, как засыпаю. Просто не... Если раньше у меня час, полтора брало, два ночью заснуть.
После того проснулся. Все. Начинаешь молиться. Закон Божий. Он благословляет твой сон. Начинает, я сказал, читать Библию по ночам легко. Вы знаете, сейчас наше время? Даже не включая свет. Самсунги, Apple, слава Богу. Открыл, раз и лежит, да, читай на здоровье. Пускай закон Божий в тебя ходит, не мучайся. Помните, как Самуил ночью проснулся, просыпался. Самуил, Самуил, а Илья бежит к Илье, будет Илью, бедный Илья, священник старенький. И так Илья уснул где-то. Понимаете? Он, Самуил, Самуил, что? Звал? Не, не звал. Ну, не звал, так не звал, пошел. Следующую ночь. Слушай, я кого убил, наверное. Бегает, звал. Ночью тебя кто будет, представляешь? Ты спишь, никого не трогаешь. Проверю. Звала. Она уже меня не любит. Я только предупредил. Опять звал? Нет, не звал. Потом Илья говорит, ты в следующий раз позовет. Это не я, это Господь. Вот с ним разговаривай по ночам. Так вот, друзья мои, если у вас ночью не спится, разговаривайте с Господом. Вот так мы будем о законе Божьем помышлять и день, и ночь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы с вами откроем первое послание Тимофею. 6 глава. И день, и ночь. Красота просто. Итак, давайте мы прочитаем с вами с 11 стиха. Сегодня мы говорим вообще, ну, как спастись, да, путь к спасению, это, раз мы уже пришли к Господу и приняли Иисуса Христа своим Спасителем, Господом, то путь к спасению, на самом деле, это хождение во свете. Хождение во свете. Хождение во свете. Мы написано сыны света, а не сыны тьмы. И 1 Тимофею 6 глава с 11 стиха написано. Ты же человек Божий. Есть здесь люди Божьи? У остальных руки болят или не люди Божьи? Если ты человек Божий, ты не можешь принять руку, махни головой. Мы за тебя помолимся прямо сейчас. Кивни просто. Хорошо. Хорошо. Ты же человек Божий, убегай сего. Чего убегай? Там. Убегай плохого. Плохого убегай. Я не буду читать, от чего убегать. Вы все знаете, кому от чего надо убегать. Знают все? Кто-то не знает? Да, блуда. Ну, от блуда тоже можно убегать. Но вот еще другого написано. Там всего убегай. Давайте радно. Там не только от блуда убегать надо. Ух ты! А тут написано, знаете, чего убегать в данной ситуации-то? От сребролюбия. Не противостоять, а убегать. Ну, написано, смотри, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. Мы нашли вторую вещь, от чего нужно убегать. Извиняю, 10 стих я сейчас читал. То есть надо бегать от блуда. И от сребролюбия, оказывается. Оказывается, мы с вами так скоро похудеем, если будем правильно поступать. И ты же, человек Божий, убегай от сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. И 14 стих я хочу прочитать. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно. Даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть Павел говорит Тимофею, молодому служителю, мы все с вами здесь молодые служителя, я себя считаю молодым служителем. И он говорит таким, как я, Тимофею, говорит, ты же человек Божий, убегай с сребролюбия. Убегай.
Давайте расшифруем. Все в контексте мы читаем, да? То есть я ничего не придумываю, не додумываю. 9 стих. Ну, давайте 6 читать уже тогда. Ну, в оригинале избеги. Великое, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть я благочестивый и я довольный. Это очень важно, мы об этом с вами говорили, да? Благодарить Господа за все. За все благодарить Господа. Ибо мы ничего не принесли в мир, это известный факт, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. То есть вы можете сказать, да не, богатым быть классно. И многие говорят, что да, то есть деньги как бы не дают радости, но многие говорят, что лучше грустить с деньгами, чем без денег тоже. Но дело не в этом, друзья мои. Ты не знаешь себя богатым. Ты не знаешь себя, как ты поведешь себя, когда ты будешь богатым. Поэтому Писание говорит, будь довольным и благочестивым параллельно. То есть лучше возрастать в благочестии и в достатке параллельно. Потому что ты не знаешь, как ты поведешь себя, когда ты будешь богатым. Поверь мне. Я знаю достаточно много богатых людей. Я хочу сказать, это сложно. Это другие искушения, другие понимания. Богатые люди думают, что они все лучше понимают, чем другие. Богатые люди думают, что они могут контролировать пастора. Богатые люди думают, что им позволено чуть-чуть больше, чем другим. Я сейчас сказал все про верующих. Я сейчас не говорил про неверующих. Понимаете? И я хочу сказать, ты не знаешь себя, как ты будешь себя вести, когда ты будешь богатым. Богатому человеку нужно очень много, то есть нужно смиряться намного больше, чем тебе. Мне. Это что смиряться? Ну, я там могу. Там у меня какая-то гордынька маленькая проснулась там. Я ее быстренько задушил. Она маленькая у меня, понимаете? Там меня на работе продвинули. Сижу такой довольный. Знаете, такой, что такое? Что ты мне делаешь? Что там тебя продвинули? Ну, чуть-чуть там зарплату добавили. Ну, работу тебе умную дали. Знаешь, а когда ты возрастаешь, когда у тебя там, извини меня, машины дорогие, корабли, яхты, дома большие, денег там, багажники возишь, кульки целлофановые, пачками. Я, ну, как бы с такими людьми общаюсь. Я хочу сказать, им сложно. Им очень сложно. И не всегда ты можешь знать, для тебя это благословение богатства или проклятие. Бедным тоже плохо быть. 100% бедным плохо быть тоже. Да. У каждого свой уровень богатства, но я бы сказал, что чего я хочу в жизни, да, допустим, чего я лично хочу в жизни. Я хочу в жизни, если говорить о финансах, чтобы у меня был достаток, и чтобы я мог другим помогать. Это я хочу в жизни. Я не говорю о богатстве с Богом. Вы помните, я в прошлый раз кошелек показывал, почти пустой, и как бы я не молился об этом даже. Я просто, у меня были какие-то свои планы, что в следующий месяц заработаю и заплачу. Но Бог принес. То есть, знаете, вот благодарность и благочестие, они самые важные перед Богом. Потому что, опять же, мы когда оставляем этот мир, мы оставляем его в том же самом положении, как и мы пришли в этот мир. Только тело похуже будет чуть-чуть. Попользованная такая, с амортизацией с такой сильной. И все. Поэтому богатство, я не думаю, что нужно с Богом говорить о богатстве. Нужно говорить с Богом о служении. А Бог в служении, которое лично тебе Бог дает,
он тебя будет поднимать. Нужно просить у Бога мудрости. Притча 9 глава, начало мудрости, страх Господень. Но потом мы уже переходим также у Иакова, что у кого не достает мудрости, да просит у Бога. То есть нам нужна мудрость. Да, нам нужна мудрость. Потому что нам нужно все равно, живя в этом мире, поступать, понимать, как жить в этом мире. Потому что Иисус говорит, я посылал вас как овец среди волков. Будьте мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Это очень тонкая нить мудрости Божьей, которую нам нужно понять и изучить. Это не просто, что Бог хочет сделать всех богатыми, или Бог хочет сделать всех лидерами. То есть есть разные виды учения, вы слышали, да? А я не верю, что так есть. Я 45 лет живу в этом мире, да, и я видел, я знаю, что очень много людей верующих, они вообще близко не богатые. Где-то страна не позволяет. Страна такая бедная. Ты приезжаешь в какую-то страну, там где-то мудрости не хватает у человека. То есть всякие есть этапы жизни у людей. Вот еще. То есть сребролюбие не обязательно быть богатым, иметь миллионы, да? Можно достаточно иметь гораздо меньше. Конечно. Вопрос здесь стоит о жажде обогащаться. О желании обогащаться. То есть я сижу и хочу обогащаться. Это не обогащение, это заработать деньги. За работу свою, получить за то, что вы сделали. Нормально. Нормально, желаете зарабатывать больше. Нормальное желание зарабатывать больше. Почему же нет? Вопрос стоит, понимаете, в чем? Вот многие верующие, вот Кейн Коплин прекрасный служитель. Я очень уважаю этого служителя. Очень уважаю его, да? Но многие верующие сделали его из него икону обогащения. Вот если бы сегодня в протестантской церкви, как православные, вешали бы иконы, ну, вы были все в православной церкви, да? Кто был? Первый вопрос, который задают православную церковь, где поставить свечку за здравие или за упокой, да? Следующий вопрос, какой Богоматери молиться с этой нуждой? Конкретно нужду приносят. А эта Богоматерь на какие нужды отвечать? А Матрёна что? Она, чтобы дети были, да? Ага, я пошла к Матрёне там. А я пошел туда там. Понимаете? И вот ходит. Вот сегодня, если бы в протестантской церкви вешали бы иконы, так, где у нас за деньги молиться? А вот иконы, вот комплект, вот крефло доллар, там. А где у нас там вот, чтобы там на языках, наверное, их сильно орать, кричать, научиться там помазанием. А вон икона Алексея Ледяева там висит. Вот. А где у вас там вот еще вот? И вот, знаете, по иконкам бы развешивали. Они не учат любить деньги. Не учат. Послушай, я не сказал, что они учат это. Я сказал, я их уважаю. Я говорю, что люди делают иконы стиля. Понимаете? Иконы стиля делают из проповедников. И сегодня, так, что мне нужны деньги. Послушай проповедь. А некоторые только его и слушают, понимаете? Чтобы деньги. Потому что он... Я не знаю, что Бог дает деньги. Бог дает все, что тебе нужно. Но я для себя сделал самый простой вывод. 6 стих. 1 Тимофею. 6 глава. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Ты знаешь, я верю, что на вот это вот твое довольство. У меня вот есть одна дочка, у меня их две, слава Богу. Но вот есть одна. Проходишь мимо, даешь 100 шекелей, не надо. У нее кроссовки порвались, даешь 500 шекелей. Зачем? Не надо. Так лишь кроссовки порваны. Не надо. Знаешь, какое, что у меня желание возникает после этих слов ее? Еще 500 дать. Понимаете, вот серьезно. Вот у меня, она только мне сказала, баба, бешлема, да, баба, ну цари. Так я знаю, что надо, у тебя денег нету, ты на службе, в армии, на альтернативной. Какие деньги там? Она говорит, не надо. Я говорю, у Маши взяла тихонечко ее, но они мне, правда, маленькие. Еще хочется 500 добавить. Понимаете? То есть я представляю, как Бог... Он смотрит на нас благодарных. Говорит, какой благодарный человек.
Ну-ка, я его благословлю. Вот я вижу многих улыбки вот сейчас сидящих здесь, да? Я вижу, вы довольны. Не просто вы улыбаетесь, что я вам нравлюсь или проповедь нравится. Я вижу вашу жизнь, понимаете? Вот через эту улыбку видно жизнь, что вас эта проповедь не коребит. Почему их она коребит? Что значит мне не надо, чтобы за деньги молиться? Помните, когда я говорил, когда постились 3 дня? Я люблю говорить о слове «мы постились 3 дня». И Бог мне сказал, мы постились о деньгах для финансов для церкви. И до сих пор нужны финансы в церкви. Очень сильно нужны. Потому что мы с этим помещением в минусе, я так к слову сказал, Костя сказал это, вот. Мы в минусе с этим помещением, а не в нуле даже. Но я хочу вам сказать другую вещь, друзья. Бог мне сказал, не о деньгах поститесь, а ищите меня в посте. И все, и как-то все, знаете, отлегло. И знаешь, что значит, и Бог не ответил на пост. Он ко мне проговорил. А то, что Бог перенаправил мои мысли, это ответ на мою молитву. Потому что все в Боге, все в нем, глубина в нем. Ну, сегодня я приду у Бога, прошу 8 тысяч шекелей, к примеру, 8 тысяч шекелей, да, к примеру. Скажи мне, завтра ты не придешь просить у него 8 тысяч шекелей еще? Все, последний раз просишь? Господи, последний раз прошу, больше не буду, дай мне 8 тысяч шекелей. И все. Не, ну, есть такие более дерзновенные, Господи, дай мне денег на квартиру, и все. Я вам гарантирую, вы через месяц станете на колени и будете опять просить деньги. Потому что денег никогда не бывает много. И бывает только мало и очень мало. Но когда мы ищем Бога, когда мы погружаемся в Его глубину, когда мы заходим в Его мир, Он же нас допустил в свой мир. Он открыл нам дверь, говорит, заходите. Very welcome. Брухим обоим. Вилкоман цюрюк. Мы заходим туда, и там что-то по-другому работает. По-другому мышление, по-другому работа. Все по-другому. Давайте откроем 1 Тимофею 4 главу. Еще силы есть? Да. Это Бог, потому что благословляет. Аминь. А не потому, что ты кофе не пьешь. Потому тоже. Аллилуйя. 4 глава, 12 стих. Здесь говорится тоже о нашей жизни. Можете пропустить первую строчку. Никто не пренебрегает юностью твоей. Нашей церкви тяжело назвать церковью юных. Вот. Но после точки с запятой. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть вопрос стоит в том, что когда мы читаем с вами, сейчас 6 главу мы читали, специально так вот, сначала 6, прочитал потом 4, то в 6 главе больше говорится о духовных вещах. Но как в этих духовных вещах жить? Ты не можешь просто... Ты ж не дух, который витает над водой, где хочет. Духовная жизнь, она наполнена духовными практиками. И вот духовные практики... Такое слово, да? Словосочетание. Духовные практики, они заключаются в чем? Что я должен быть образцом в слове, и не только я один, каждый из нас. Мы должны быть образцом в слове. Для кого? Друг для друга. Потому что мы ободряем друг друга. Мы читаем слово, и мы ободряем друг друга. То есть мы должны образцом быть в слове для неверующих тоже людей. Для верных в слове. Для верных. То есть мы ободряем друг друга. Словом. Почему мы слушаем проповедь, а я не вышел вам рассказать какой-то стендап? Стендап в другом месте, там вот Дом культуры рядышком. Это там можно
возможно, стендапы послушать. Да? Почему мы сюда собираемся? Почему, я еще вам скажу такую вещь, почему там больше людей собирается, чем здесь? Потому что стендап, он мне напоминает чем-то, ну, такой, знаете, ни о чем. Вроде бы, ну, послушал, да, а не знаю, какая польза. Ну, посмеялся, ну, весело повеселился. Да я смотрю, здесь многие улыбаются, что-то сидят, как будто что-то смешное рассказывают. Поэтому мы должны быть образцом. В жизни образцом. В любви. Да? Любви. Помните, если я поцелуйчик посылал? По WhatsApp. Ну, когда мне фотографию с одеждой, я тебе поцелуйчик. Помнишь? Я образец любви. В духе, в вере, в чистоте. И Павел говорит, так он не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Ты не можешь никого наставлять, если сам не читаешь. Как ты будешь наставлять? Я не знаю, где это написано, и написано ли это вообще. Так знаете, люди любят говорить, в Израиле любят говорить, говорят, что каждый своей верой жив будет, да? Все на иврите говорят. Иш бематуихия. А в Писании написано, что цадик бематуихия. Но людям выгоднее говорить, что каждый своей верой жив будет. Я всех поправляю, израильтян. Говорю, не написано, каждый своей верой жив будет. Написано цадик бематуихия. Праведник верой жив будет. А если ты не праведник, говорю, тебе это не относится. Забудь. Жестко, ну ставят, люди как-то взбадривают, знаете, такой, ковшик холодной водички, ну не ведро, а ковшик такой маленький. Хочешь, чтобы задумались люди, праведник верой жив будет. А если ты просто так там бродишь по миру, какая у тебя вера? 2 Тимофея, 2 глава. Второе Тимофея, 2 глава, 11 стих, мы заканчиваем, с Божьей помощью, кто-то сказал аллилуйя, с Божьей помощью мы заканчиваем, слава Богу, что сказали ура, а Богу слава, аминь, да. И за это тоже Богу слава, кстати, за то, что мы заканчиваем, 11 стих. Мы как бы итог подводим сейчас, да? Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, если кто-то терпит что-то, да. Да? Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Это... И если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Только в этом компенсирует. 15 стих. А давайте 14, классный. Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словоспрения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Вы словопрениями же занимались, конечно? Да. Вот. Кто бы это... Вы когда спорите, словопрением всяким, словоблудием, там, слово чем-то занимаетесь, вы хоть раз видели радостного человека рядом? А? Вот вы спорите, что доказывает там с пеной у рта, а рядом такие люди радостные, радуются. Слава Богу, аллилуйя. Видели таких? Нет. Писание не зря говорит, к расстройству слушающих. Вы знаете, те люди, которые рядышком стоят расстроенные, они не по Писанию стоят расстроенные. Не потому, что прочитали Писание, а, надо расстраиваться, когда тут словопрением занимается, надо будем расстроены стоять. Хотя хочется порадоваться, но будем расстраиваться. Что по слову же.
Нет, это естественная реакция человека. Двое спорят, трое там слова принят. А все остальные грустят. Что? То, что по телевизору, что вы смотрите, там показывают, я это не смотрю. Извините. У меня на этого ни времени нету, ни сил, ни желания, ни здоровья. Эти вот все программки, эти все не... Извините. Я говорю про словопрение среди верующих вообще, да? Что верующие спорят. Поэтому мне написано, что бабе к басе отвращайся. Написано, не занимайся спором там о мнениях. Не занимайся спором о этих, как это называется, поколениях, об именах там, о всех там, кто кого родил. Нет, ты что, ты не прав там. Какая разница, твоих или своих? Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Непотребного пустословия удаляйся. Ибо те люди, кто этим занимается, Писание говорит, будут еще более преуспевать нечести. Мы же с вами. То есть Бог говорит, что входя в духовный, подытожив, так сказать, мир, мы должны и жить, соответственно, по-духовному. То есть мы вошли в другой мир с вами. Мы не от мира сего. Не от мира сего. Я напоминаю просто вот про телевидение, да? Вот все. Медиа, оно влияет на тебя. Медиа влияет на тебя, к сожалению, больше, чем книга. Медиа, оно легче входит в твой разум. Правительство любой страны хочет влиять на своих жителей через медиа. А владельцы телевизионных каналов хотят влиять на слушателей своих через свои медиа. В Израиле иметь медиаканал – это вообще невыгодно. Вы знаете об этом? Но это способ влияния. Все вы знаете газету «Израиль Айом». Все же ее читают, да? Наверняка есть такая газета. Она же бесплатно раздается. Какая выгода? Какая выгода производить газету, которая сегодня самая популярная в Израиле стала? Я думал ее за деньги начнут продавать где-то через год, ну через два. Сколько лет уже ее раздают бесплатно везде? Но вы знаете что? Там печатается то, что считает правильным печатать владелец этой газеты. Он имеет деньги, он имеет возможность. Газета не так дорого. Лев Ливаев купил себе 9-й канал русскоязычный. Зачем ему 9-й канал? Он живет в Лондоне. Уроженец Казахстана. Гражданин Израиля. Владелец алмазов и газет пароходов там, да, заводов. Зачем ему? Баловство. Но через этот 9-й канал он доносит в новостях то, что он считает правильным. Это его мнение. И то же самое делают все остальные каналы. Кто, ну, я так понимаю, многие смотрят, кто-то российский канал, кто-то украинский канал смотрит, да? И мы знаем тоже, что 5-й канал, который принадлежит бывшему президенту Порошенко, он никогда не будет плохо говорить о Порошенко. Никогда же, правда? 1-й канал ОРТ российский, он никогда не будет говорить плохо о Путине. Никогда. Объективно. Да просто... Он будет говорить то, что угодно власти или хозяину канала. Поэтому, когда вот, меня часто всегда удивляет, когда верующие, я уже как бы это хотел закончить, но уже скажу эту мысль, раз нацепили меня. Когда верующие спорят друг с другом о политике, о движении каких-то там, о чем вы спорите? Вы получили информацию из телевизионных каналов и газет. Вам дали то, что считали нужным дать. Что, о чем вы спорите друг с другом, если вы верующие к тому же? Вы типа все знаете? Вы ничего не знаете. Но доказывают друг другу, знаете, там с пьяной у рта там ссорятся. Зачем? Только Крым отделился от Украины, 14-й год, я сел смотреть телевизор, у меня считай был подключен телевизор, включил 9-й канал. Лев Ливаев живет в Лондоне, Россию, понятно, что не любит.
Вот. И там тут же, короче, такие, знаете, прям диктор, как будто он мне хотел сказать, что надо мне думать. Не просто информация, а что мне надо думать. На другой день у меня не было телевизора подключенного. На другой день. Я только почувствовал, меня кто-то давит. Понимаете? Нельзя. Вот. Блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит, но в законе Господа воля его, и о законе Божьем он помышляет день и ночь. Аминь? Да. Давайте мы помолимся.